Лариса Айдарова проживает в 30-м доме по улице Алексея Толстого. Здание 1917 года постройки является объектом культурного наследия. Фонд капитального ремонта уже разработал проектную документацию на ремонт крыши, фасадов и фундамента. Заключены контракты на выполнение работ. Но в сентябре выяснилось, что здание признано аварийным. Об этом жители узнали от сотрудников фонда капитального ремонта, когда те приостановили работы. Фундамент и основные несущие конструкции крыши, они признали ограниченно работоспособными, а стены признали аварийными. При этом крена у наших стен нет, дом стоит прямо. Похожая ситуация еще по двум адресам – Куйбышева, 61 и Маяковского, 37. Оба здания также являются объектами культурного наследия. В обсуждении судьбы зданий приняли участие представители Департамента управления имуществом Самары, главы районов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн. Он напомнил, что опыт решения похожих проблем имеется. Коллеги, очевидно, что здесь такая же схема, как дом просвещенцев. Давайте тогда определим сейчас алгоритм, каким образом этот объект будем выводить из реестра аварийных. На встрече с жителями было решено провести дополнительную экспертизу, чтобы оценить состояние зданий. Обследование очень поверхностное. Мы настаиваем на том, чтобы было обследование проведено объективно, инструментально. Будет дополнительный выезд еще совместно со всеми, кто присутствовал на совещании, также с Александром Алексеевичем Хинштейном, будет сегодня произведен выезд на эти адреса. И окончательно будет принято решение уже как раз на местах. Это уже будут принимать решение это жители. Городские власти держат ситуацию на контроле. Ксения Баканова, Виктория Шара, Николай Сидоров. События.